Пробудись, Кыргызстан, Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог, обильно всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Сегодня суббота, 27 января, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Сейчас вместе мы помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе в этой молитве, Господь. Новый день начинается, и прежде всего мы благодарим Тебя. Да, мой Бог, благодарим за дыхание жизни, мы благодарим Тебя за здоровье, за семью, за то, что Ты с нами, за то, что Ты открыл нам эту веру. Спасибо, мой Бог, Тебе за все. Мы благодарим. Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Направь, мой Бог, нас, чтобы мы знали, как нам нужно поступать, то, что нам нужно делать. Во имя Господа Иисуса, благослови, мой Бог, сегодняшний день. Мы просим, чтобы Ты помог нам. Мы верим, что с Твоей помощью мы все преодолеем. Все вопросы мы решим. У нас все будет хорошо. Будь, мой Бог, с нами. Мы просим во имя Господа Иисуса Христа. Вопросы, которые нам нужно решить сегодня, мы отдаем Тебе. Отдаем Тебе все наши планы на сегодняшний день. И мы верим, Господь, что Ты нам поможешь, и у нас все будет хорошо. Поставь, мой Бог, Твоих ангелов вокруг нас. Защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, проклятия, от зависти, от злых людей, от всего негативного. Господь, мы провозглашаем по вере, что сегодняшний день для нас, для нашей семьи, будет успешным и благословенным во имя Иисуса Христа. Мой Господь, мы соединяем нашу веру, и мы молимся за нашу страну. Благослови, мой Бог, Кыргызстан. Благослови нашу землю. Да будет, мой Господь, в нашей стране спасение. Да будет Твое благословение. Да будет Твоя защита. Мы молимся за всех жителей нашей страны. И мы благословляем, мой Бог, нашу страну. Провозглашаем, что она будет процветать, развиваться для славы Твоей. Мы также молимся за другие страны. Каждый день люди молятся с нами из разных точек этого мира. Защити, мой Бог, их. Защити их семью. Да будет свет и Твое благословение там, где они находятся. Господь, мы молимся за мир в Израиле, за мир на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. И особенно, мой Бог, мы просим за тех людей, которые находятся в опасных местах. Защити, Господь, их во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Я верю, что наша молитва
была услышана Господом, и что Он уже благословляет каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы верите в это? Да будет так. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на то, что здесь написано. Я прочитаю книгу Исход, 13 главу и 21 стих. В Слове Божьем написано вот так. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Дорогие друзья, обратите внимание на то, что я скажу вам сейчас. Бог допускает сомнения, страхи, плохие мысли, искушения и другие трудности. Он допустил, чтобы израильский народ прошел через пустыню на пути в землю обетованную. Но, как Он шел перед ними днем в столпе облачном и ночью в столпе огненном, так же Он продолжает направлять настойчивых столпом веры. И это открыто только избранным. Вы знаете, дерзновением, решительности, мужества, определенности, смелости и, прежде всего, настойчивости. Это минимум, который Господь Саваоф, как написано в Библии, Бог в воинстве, ожидает от жаждущих овладеть наградой спасены. Так что не теряйте видение столпа веры в этой пустыне. Дорогие друзья, точно так же Господь Иисус никогда Он не оставит вас, как не оставил народ Израиля. Он не оставляет те, кто следует за Ним. Столб веры, горящий в глубине души, затмевает все негативные чувства. Не так ли? Не отвлекайтесь от видения веры и не смотрите на жизненные трудности. Бог с вами. Скажите это сейчас. Бог со мною. Вы верите в это? Это точно. Он с вами, и Он всегда направит вас. Вы увидите, сегодняшний день для нас будет успешным. Аминь. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк. Отправьте эту молитву вашим друзьям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. С какого города? С какой страны? Напишите в комментариях. И в ваш комментарий добавьте вот эту фразу. Находясь в пустыне, я никогда не буду терять мою веру. Я знаю, что даже в трудные моменты мой Господь со мной. Аминь? Да будет так. Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит. Хорошего вам дня. Идем вперед. Бог всегда с нами. Он никогда нас не оставляет. С Богом. Когда я в грусти и душа печальна, проблемы тяжестью легли.